Я снова до 4 утра задержался на работе. И так мне что-то все это надоело. Эти планы, графики, дедлайны. Мне 45 лет. И в последнее время я часто думаю о своем возрасте. О том, как быстро проходят года. Раньше я не задумывался об этом. Казалось, что все еще впереди. А сейчас кажется, что по-настоящему счастлив. Я был лишь в детстве. Поэтому я решил съездить в деревню к деду, которого не видел уже лет 10. В родное Глухово. Недалеко от деревни стояла небольшая церквушка. Наместником здесь был протоиерей Алипий, простой человек, облеченный непростой властью и особой силой. Когда я уезжал в Москву, на прощание он сказал мне: «Вот вырастешь ты большой, Марлен, станет тебе на душе плохо. Ты в церковь иди, там тебе всегда легче будет». Что ж, вот я и созрел для церкви. Пора навестить старого знакомого. Лужа, мать ее.
звоню. Помню, как я упал с этого дерева. Отец Алипий спас меня. Я был мертв 2 минуты. Он сказал, что Бог спас меня. Меня нет. Закрыто. Бабушка моя была сильно верующей. Бабулю я, конечно, любил, но в церковь все равно не ходил. Постоянно слышал от нее угрозы, что бесы обманут меня, что в рай не попаду, что нечисть погубит и тому подобное. Куда все подевались? Черт! 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 Черт. 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 Здорово, задолбали. Эх, сейчас бы на рыбалку.
тот день был какой-то церковный праздник. На улице было пусто. Все наши были на службе в церкви. Ребята подговорили меня забраться на колокольню и позвонить в колокол. Звон стоял на всю округу. Когда первые люди выбежали из церкви, я испугался и спрятался в подвале. Я просидел там целые сутки, пока меня не нашел отец Оливии. На улице была глубокая ночь. В каждом доме горел свет. Женщины плакали, а мужчины бегали возле озера. Они думали, что я утонул. Я был сильно наказан и обещал бабушке ходить с ней на каждую службу в церкви. Что произошло в том подвале, я до сих пор не помню. Закрыто. Закрыто.